Русский писатель Аркадий Аверченко в одном из своих юмористических рассказов так написал о дирижерах. Это человек, который перед оркестром машет палкой, и все музыканты от испуга начинают играть. Конечно, это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Вот об этом мы и поговорим. Не о шутках, а о дирижерах и о дирижировании. Добрый вечер, меня зовут Сергей Красновород. Разговаривать мы будем сегодня с дирижером Гомельского симфонического оркестра Мурадом Асуилом. Добрый вечер, Мурат. Добрый вечер, Сергей. Да. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. На самом деле, Мурат, сразу с места в карьер, на самом деле дирижеры — это вот такие какие-то монстры, которые для музыкантов, ну, в интерпретации Аверченко, это как бы... которые музыканты боятся дирижеров. Мы вот сидим, я вас не боюсь пока. Ну, я же не начал дирижировать. А, я понял, я не музыкант. Нет, ну, присутствует вот этого, давайте сразу. Ну, я скажу, что часто да, потому что... особенно, когда дирижеры работают с незнакомым оркестром, оркестр тоже незнаком с дирижером приезжим, и нужно... нужно начать как-то находить общий язык. Часто это всегда проходит очень мило, начинается очень мило, но если начинаются какие-то трения творческие или что-то не получается в исполнении, ну, дирижер может становиться не таким тираном. Приятным. Тираном, да, он становится тираном, если он не слышит того, что он хочет слышать. Ну, с другой стороны, если так абстрактно вообще, даже не касаясь музыки, если есть коллектив и руководитель, всегда возникают какие-то трения. Ну, обычно, если это особенно вы говорите, ну, а в музыке, в дирижировании здесь... то же самое, как и любое управление, ну, коллективом? Тут... или своя специфика есть? Конечно, своя специфика, но представьте себе оркестр 40-50 человек, симфонический оркестр, а иногда в таких составах, как у Малера, там доходит и до тысячи, иногда бывает, ну это так. Это исключение из правил. И каждый, да. И каждый музыкант личность. Не, да, каждый музыкант личность, и... он считает, его так научили. Поэтому как раз у дирижера очень сложная профессия, потому что он должен настоять на том, чтобы все восприняли именно его точку зрения. Конечно, далеко не отходя от авторского текста. Авторского текста вы имеете в виду композитора? Композитора, конечно, композитор. Но помимо композитора еще же есть редакторы, которые там свою лепту внесли. И вот как раз это еще одна задача — разобраться, что правильно, а что неправильно. И заглянуть в оригинальный текст тоже, если он, конечно, сохранился, если он существует. А вы вот можете, дирижируя оркестром, да, можете понять, что вот сегодня у этого музыканта лучше состояние, настроение, он играет, а у этого хуже? То есть, ну, естественно, на общее звучание оркестра это все отображается, не отображается вот здесь. Вот вы понимаете, слышите по звуку, я не знаю, скрипачи, альты, контрабасисты? Там... Вы попали в точку, Сергей. Можно это почувствовать? Конечно, конечно, это чувствуется, особенно если ты долго работаешь с коллективом, как я, допустим, с Гомельским оркестром симфоническим работаю уже. Так, по секрету, сколько работаете с Гомельским? Наше сотрудничество началось в октябре 2014 года. Угу. Поэтому тут уже пошел третий год. Поэтому я очень легко могу определить. С первых же тактов, да, почувствовать состояние, настроение, степень усталости, тем более, что у нас репетиции проходят вечером. Поэтому, в принципе, априори нужно воспринимать, что музыканты уже немножечко устали. Но, тем не менее, как раз-таки это и задача, моя задача основная, главное, чтобы людей... привлечь к тому, к музицированию, к исполнению произведения. Кроме того, чтобы заставить так, чтобы они звучали согласно вашему представлению, да, или, ну, так, чтобы я, как зритель в зале, мог почувствовать, услышать это, понять, да, еще и почувствовать человека-музыканта. Нужно просто хорошо настроить их. Наверное, лад, я бы так сказал. А что, бывают такие... секреты. Как дирижеры настраивают музыкантов, наверное, лад. Ну,
Ну, не знаю, разминка, пробежка. Как и мотивируют, в принципе, всегда и тренеры свои футбольные команды. Но они, правда, это делают немножко по-другому. Я стараюсь придерживаться более легких таких тактик. Не, на самом деле никаких разыгрываний у нас нету, не существует. Мы просто садимся, и нам нужно играть. А когда дирижер выходит к оркестру, и если он не улыбается, ему не улыбаются в ответ. Да, да. Музыканты. Музыканты, я имею в виду музыкантов, конечно. Потому что часто бывает, что дирижер выходит, кланяется публике, улыбается, поворачивается к симфоническому оркестру. Да, и начинает с желваками вообще переводить, так что... Ну, в любом случае... А может быть, все зависит от произведения, которое исполняется, нет? Да, даже если серьезное произведение, лучше серьезное произведение начать с... небольшого общения глазами с музыкантами, вот, а потом уже настроиться и начать исполнять грустную музыку. Вы достаточно молодой человек, это даже, ну, так сказать, видно на экране. И вдруг представление, ну, извините, да, представление о симфоническом оркестре, ну, как бы и те люди, которые бывали на концертах Гомельского симфонического оркестра, там люди уже достаточно такие степенные, скажем так. Вот в этом возрастном плане не было, ну, потому что, ну, что это, пришел мальчик какой-то, тут что-то мне объясняет, как играть. Кроме личности еще вот такой вот. Или это некорректный вопрос я задаю? Нет, абсолютно нормальный. Просто дело в том, что есть какие-то технические моменты, которые инструменталист постигает во время своего обучения. Да, мне иногда я слышу, я замечаю какие-то моменты, какие-то неточности, я могу чем-то помочь им, но с точки зрения дирижера я могу сказать о том, что существует проблема, и подтолкнуть музыканта на ее решение. Дальше это работа самого музыканта, да? Потому что я же не могу сесть конкретно с каждым человеком и отрепетировать, или выучить какую-то его партию, хотя... Существуют групповые репетиции, когда концертмейстер какой-либо из групп занимается со всей группой над сложными моментами, над техническими трудностями произведений. Оно присутствует во всех оркестрах, и наш оркестр тоже не исключение. Ну, наверное, вообще вначале вы в 2014 году стали главным дирижером Гомельского симфонического оркестра, да? Ну, я приехал в 2014 году, год поработал как дирижер, учитывая то, что я живу в Минске и приезжаю. Ну вот, а с 2015 года уже главный дирижер. До этого общение с какими-то оркестрами было уже в качестве дирижера? Да. Плотное общение, и до сих пор оно есть с симфоническим оркестром Брестского театра драмы, которым руководит Александр Сосновский, у которого я закончил консерваторию. Он меня подвел к симфоническому оркестру. Это был 2012 год, январь. Вот, когда первый раз я соприкоснулся непосредственно уже и продирижировал полностью программу симфоническую. Вот, после этого, ну, раз в год в Бресте я бываю. Вот совершенно недавно состоялся парад дирижеров. Это парад? Парад дирижеров. Это проект Александра Сосновского, когда он приглашает молодых дирижеров со всей страны. И проводит мастер-класс с симфоническим оркестром, рассказывает, объясняет, что и как, потому что, ну, все-таки оркестров у нас в стране мало. Действительно мало симфонических оркестров. Мало это сколько? Потому что, Ну, если так говорить, оркестры, с которыми можно посотрудничать, с которыми можно поработать совсем молодым дирижером, их вообще единицы.
В основном у каждого оркестра, возьмем это, академические симфонические оркестры. Свой дирижер. Конечно, есть свой дирижер. Есть определенные планы на приглашение дирижеров более известных. Mm-hmm. А молодых дирижеров нету практики. Поэтому нужно ждать какого-то счастливого случая, шанса, чтобы... А где взять практику, если нет оркестра, чтобы поиграть? Да. Где? Ну, вот видите, это замкнутый круг получается. Поэтому в данной ситуации проект Александра Сосновского как раз-таки направлен на то, чтобы молодые дирижеры могли окунуться в работу с симфоническим оркестром на протяжении 2-3 дней под его пристальным, зорким руководством и выступить на концерте. Это эмоции, непередаваемые эмоции, когда играет симфонический оркестр, это общение, это там посмотришь, как музыканты реагируют на какой-то определенный жест, что стоит делать, что не стоит делать. Потом посмотреть видеозапись и решить, правильно ли было. Но вот немножко выше мы говорили, понятно, дирижер, но вы ведь сами, как дирижер может объяснить той же струнной группе, как играть, или если сам не будет музыкантом? Вы сам? Я пианист. Пианист, да? Да? Я предлагаю посмотреть отрывок одного произведения, это Фредерик Шопен, да? Да. Узнается? Да, отрывок. Было дело. Да? Давно, наверное, запись, да? Ну, это несколько лет назад. Несколько лет назад. Я на самом деле очень люблю Шопена. Это любовь с детства. Идет с самого раннего, потому что воспоминания из детской музыкальной школы 11-й города Минска, где я занимался у Натальи Васильевны Майоровой, и ее дочка Наташа, моя хорошая подруга, мы занимались в
разных кабинетах. В соседних кабинетах, и Наталья Васильевна переходила из одного в другой и проверяла, значит, как мы занимаемся и над чем мы работаем. Так вы... у меня звучал в кабинете всегда Шопен, а у Наташи звучал Прокофьев. Вот, поэтому мы так немного... мы постоянно спорили. Соревновались в Шопене. Кто же лучше, Прокофьев или Шопен? Ну, на самом деле, сейчас выросли и понимаем, что один гений, что второй. Просто немножко разные специфика. Шопен писал больше фортепианную музыку. Из симфонических произведений, кроме аккомпанементов к фортепианным концертам, одно трио у него есть, и у него есть «Краковяк». А Прокофьев, он сам по себе очень разноплановый композитор, музыкант. У него фактически все жанры присутствуют, и опера, и балет, и симфонии, и фортепианные концерты. Мы перешли к перечислению ваших любимых композиторов? Нет, еще не перешли. Нет, ну Шопен, как для пианиста, я Шопена очень люблю. Или это может занять вообще... Нет, их на самом деле немного, таких, чтобы совсем уже любимых. С другой стороны, всякий композитор — это, наверное, крупная личность, которая так или иначе на разных периодах своего творчества так или иначе что-то близко, что-то нет. Моменты юности — это, конечно, романтическая музыка. Чаще всего так случается, что это Лист, Шопен, Шуман, такой немножко импульсивный. Позже, когда уже, в принципе, каждый музыкант подрастает, уже сформировывается, он начинает обращать внимание на другие моменты, на моменты музыкального построения, логики, мысли. И уже нравится музыка больше такая классическая или же современная, потому что человек уже начинает понимать, как писалось это произведение. Ведь современная музыка достаточно сложный такой. Материал. Мы с Александром Николаевичем Гулаем разговаривали здесь, и он слушали его вокальное произведение, причем на стихи Арсеньева, поэт, авангардист, концептуалист, плюс еще произведения такие. В общем-то, это все современная музыка. Вы, кстати, У меня был достаточно такой серьезный опыт в июле 2015 года. Передо мной поставили задачу записать с оркестром произведение молодого белорусского композитора Андрея Якушева. И мы справились с этой задачей с оркестром капеллы «Сонорус» в Минске, в которой я работал. И мы потратили месяц на репетиции. Это камерная опера была для двух солистов, тенора и баритона, с симфоническим оркестром. Она называется «Мародер». Достаточно интересный сюжет, интересная очень музыка, необычная музыка, настоящая современная музыка, но, конечно, нельзя взять просто сделать какие-то наброски. То же самое, как и те же картины. Нет, ну картины, конечно, если объяснить то, что вначале написано, а потом уже показывать. Да. Нет, я к чему? Ну вот мы Шопена послушали, да, я вот думал, что вы же занимали какие-то там конкурсы в качестве исполнителя, как пианиста, да? Плюс один из лучших молодых дирижеров республики, можно так сказать? Шепотом говорю. Спасибо за комплимент. Я читал отзывы в интернете, в прессе, но я вот думаю, при передаче чужого произведения, дирижер ведь тоже берет чужое произведение, да, интерпретирует, передает как-то свои чувства, свои эмоции, свой взгляд. Вы знаете, это так. Это действительно так.
Но... Кроме того, что заставляет музыкантов играть, да, как мне. Да. Тут Аверченко вспомнился, извините. Так все-таки. В истории существует много таких моментов неприятных, я бы сказал, для композиторов, которые слышали свое произведение в исполнении оркестра или в исполнении симфонического оркестра, когда дирижер, признанный маэстро, которому нельзя вклиниваться в его работу, исполнял это сочинение так, что композитор часто не мог даже узнать, что это его сочинение. Менялись темпы, менялась нюансировка, динамика, агогика, всякие логические построения были нарушены. Да. Были композиторы, которые очень скрупулезно относились к своему тексту и к тому, как это исполняется, как, допустим, Дебюсси. Клод Дебюсси присутствовал на репетициях своих произведений и всегда подходил и говорил, что вот, пожалуйста, вот тут вы не сделали этого, а здесь будьте добры. Наверное, с Дебюсси, наверное, дирижером было работать вообще, то есть не дает свободы творчества. Ну, я вам хочу сказать, что в произведениях Дебюсси очень правильно, очень хорошо выставлена вся нюансировка. То есть композитор знает, как он хочет, чтобы звучало его произведение. И если интерпретатор, если дирижер, допустим, соблюдает все то, что написано, и поверх этого, допустим, еще вносит что-то свое, что-то новое, появляется какая-то еще дополнительная изюминка, тогда это становится, ну, на самом деле очень хорошим исполнением. Мурат, ну, с другой стороны, я вот думаю, ну, Шопен, да, Шопена играли, он родился не вчера, и, да, играли, переиграли уже, да. Те же самые, весь классический репертуар. Что можно туда вложить? Неужели нельзя, ну, повторяться, что ли? Так сказать, вот здесь, вот как придать это другое звучание, свое звучание? Можно скопировать у кого-то, вот, как в качестве интерпретатора, ну, дирижера, как интерпретатора произведения? Вот, ну, возьмем на примере музыки Шопена. В принципе, всегда говорилось, что левая рука в фортепианных, допустим, сочинениях Шопена это какая-то основа, какой-то ствол дерева. Это надо спросить у Ростислава, да. Он сейчас как раз нам там. Да. Вот. А правая рука исполняет, ну, такую роль как раз-таки, наверное, импровизатора. Записанные импровизации, как в многих произведениях Шопена, существуют пассажи интересные, хроматические, допустим, там с альтерированными какими-то звуками, непонятно, почему они появляются. Как раз, но в общем, в результате получается очень красивый симбиоз. Если уметь правильно преподать это, правильно продумать. Вы знаете, сейчас очень много споров идет, и всегда они шли, поляки всегда настаивали на том, что они играют Шопена лучше правильно, всех остальных, да, и они играют его правильно. Но, тем не менее... Включая национальный характер. Да? Ну, о чем вы говорите, там же у него он и мазурки писал, и полонезы, и краковяки. Это же народные танцы польские. Откуда остальным знать, как это надо правильно делать? Тем не менее, на последних конкурсах имени Фредерика Шопена в Варшаве, которые очень... Вообще конкурсов Шопена по всему миру очень много. И в Китае, и в Японии, они в России. Ну, в Беларуси, я не знаю, наверное, нету все-таки до сих пор. Еще не придумывали. Я думаю, что не стоит. Ну, есть Агинский, у нас есть Глебов. У нас много хороших композиторов. Кстати, да. Тем не менее, почему-то на всех последних конкурсах Шопена первые премии увозили не поляки. Вот.
Поэтому, в принципе, это стереотип, что именно поляки хорошо играют Шопена. Хорошо. Он такой немножко. Хорошо говорить, наверное, о языке, но давайте от Шопена перейдем к Россини. Смотрим еще одно. Ваша версия, интерпретация, да, отрывок из увертюры Россини к опере «Севильский цирюльник». На самом интересном остановили. Ну, как бы можно было слушать, можно было я. Такую музыку можно слушать. Да, что Шопена, что вы такие. Ну, скорее всего, это будет таким легким приглашением на концерты Гомельского симфонического оркестра, да, скажем так. Поляки, Шопен, здесь у нас Италия, да. Вы сами, мы с вами в Гомеле. Язык музыки. Особенно я просто хочу подвести к вашему имени, Мурад. Явно не белорусское имя. Имя не белорусское. Извините. Это я так понимаю, что у наших зрителей так где-то там подкрадывается вопрос. Откуда, как, почему? Мурад – это имя, которое родители мне дали, посовещавшись. И оно существует просто. И у марокканцев, потому что мой отец марокканец, ага, я марокканец. Вот да, так. Да. И у грузинов. Моя мама грузинка. Вот, поэтому вот так появилось именно это имя. Не Мурад, а Мурад. Да, а музыкальное образование вы получили в Минске. Да, да, да. Я начал заниматься. То есть здесь уже выходим на такую тему языка, музыкального языка, то, что здесь перемешиваются все народы, время, наверное, совершенно особая сфера, что ли, сфера понимания, сфера взаимодействия, взаимоотношения. Вы согласны? Ну, я думаю, что мы поговорим об этом после небольшой паузы. Хорошо? Уважаемые телезрители, мы разговариваем сегодня вечером с главным дирижером Гомельского симфонического оркестра Мурадом Асуилом. Разговариваем о музыке. Завершили на том, что музыка транснациональная и трансвременная. После небольшой паузы мы вернемся в эфир. Продолжаем мы нашу программу, продолжаем вечернюю встречу с главным дирижером Гомельского симфонического оркестра Мурадом Асуилом. Мы закончили перед этим, я наверное, перебил так без такта относительно музыки, относительно того, что перемешивая музыка как особое состояние, в котором неважно, Шопен поляк или Россини итальянец, исполняется все в Гомеле, причем исполняется вами в том числе.
Да, ну, недаром. Есть в этом что-то такое, ну, не знаю, магическое, что ли? Ну, недаром существует выражение, что когда заканчиваются слова, начинается музыка. Вот. А иногда эта музыка еще сопровождается словами, когда это вокальная музыка. Тогда это становится еще интереснее и больше и понятнее. Вы знаете, я обратил внимание на то, что все-таки мы не совсем. Я говорю про Гомель, я говорю про гомельскую публику. Мы пока еще не можем привлечь людей только исполнением симфонической музыки. Потому что все-таки хочется публике видеть еще и вокалистов, солистов, чаще всего из инструменталистов, конечно, там. Ну, пианисты уже, наверное, много слишком пианистов, поэтому какие-то интересные инструменты. Я, кстати, недавно посетив концерт эстрадно-симфонического оркестра, был приятно удивлен тем, что исполнялось произведение с флейтой пана, свирели. Это очень интересно. И причем совершенно не характерный инструмент для эстрадно-симфонического оркестра. Да, исполнялось это произведение, и был очень хороший солист. Поэтому, в общем говоря, о восприятии, конечно, видео, картинка, плюс танцевальные коллективы, плюс это вокалисты. Нечистый звук. Тогда это становится более понятной, понятным каким-то явлением для публики. Хотя, в принципе, именно симфоническая музыка в своем чистом виде уже должна привлекать слушателя и подталкивать на осмысление, осознание того, что... Ведь каждая музыка какие-то эмоции вызывает. Вы же со мной согласитесь? Да, я согласен. Любая музыка вызывает... Особенно музыка рэп, особенно музыка диско, особенно музыка, что там, туц-туц. Ну, не знаю, как назвать эту музыку. Это определенная... Извините, вы понимаете, отдельная тема для разговора, потому что на данный момент существует очень много исполнителей однодневок, я бы так сказал. При том, что все норовят стать известными, стать знаменитыми. Стать Шопеном, Россини. Ну, я сомневаюсь, что они знают о таких. Но, тем не менее, мы говорим просто о людях, которые желают добиться славы, популярности, ничего не имея за душой. Ни правильного образования, ни грамотности какой-то. Элементарной, я говорю про элементарную грамотность. Ведь с нее начинается все это. Определенный базис. Человек начинает творить, начинает делать что-то новое, только когда он усвоил уже то, что есть на данный момент, какие-то традиции. Ну, а люди, которые не умеют, как человек, который не знает алфавит, может читать? Я считаю, что это преступление. Это преступление, прежде всего, против музыки, против искусства, вообще всякого. Ведь то, что сейчас звучит, оно просто запоминающееся. Музыка Чайковского, симфония, которая длится 40-50 минут, ну не запомнится. Нет, она, ну слушайте, какие-то отрывки, как же, даже вот как... отрывок Россини, знакомый. Ну, это знакомый отрывок, но тем не менее, эта увертюра длится 7 минут. Да, да. 7 да. минут. А песня в формате радио сколько длится? 3.30, по-моему, да? Или да. 3.40? Да, да. За эти 3.40 у нас проходит два куплета, и припев повторяется 6-7 раз. Как вы думаете? Естественно, один раз послушав какую-то вот такую песню, человек просто целый день будет ходить, и у него в голове будет звучать. Хотя таких, наверное, мелодий, если брать, ну, не знаю кого, Моцарта, если брать, там, наверное, каждый отрывок бери, перекладывай. Каждый отрывок, это можно... Это богатое поле для деятельности
современных композиторов, как, допустим, фа-минорная прелюдия Баха используется в чуть ли не, да. в четырех, в пяти точно эстрадных сочинений. Вы сами писать не пробовали? Вы знаете, я не говорю про эти два куплета, припев куплет. Я вам, а я вот уже говорил о том, что для того, чтобы что-то делать правильно и то, что делать качественно, нужно этому учиться. Нужно этому учиться. То есть композиции тоже нужно учиться. Человек не может просто взять, сесть, что-то написать и сказать: вот это да, вот это красиво. Да, а как это получилось? Человек не может объяснить, как это получилось, потому что он не знает, как это получилось. Для того, чтобы написать музыку, нужно прослушать тысячи минут музыки, чтобы написать то, что действительно исходит из твоей души, из твоего опыта. Из твоего опыта. Из твоего опыта. Поэтому я считаю, что... Опыта познания в том числе. Почему дирижеры становятся дирижерами, уже освоив какой-то инструмент? Mm-hmm. Почему то же самое и композиторы? Композиторы прежде всего должны сформироваться как музыканты. Неважно, то это пианист или это скрипач. И потом, уже переиграв сотни страниц. Или это другая, извините, перебиваю немножко в другую сторону. То есть мы до этого говорили, что дирижер — это интерпретатор, да. Композитор — это создатель. Немножко вот на примере Дебюсси отношения, но были композиторы, которые одновременно дирижировали своими произведениями. Конечно. И чужими произведениями. Конечно. Точно так же, да? И чужими произведениями дирижировали. Есть блестящие примеры композиторов, которые дирижировали с успехом. Это тот же Вагнер, это Лист, это Берлиоз. Из русских композиторов, это Чайковский, хоть он, в принципе, и говорил, что я не особо умею дирижировать, тем не менее, он мог рассказать про свою музыку, как никто другой, естественно. Вот, и Глазунов, и Рубинштейн. Просто... Верди. Верди тоже, да. Дирижировал. Да, Верди дирижировал, но не любил это дело. Больше писал. Ну, да. Больше писал и предоставлял возможность другим, конечно, дирижировать, исполнять произведения. Это я так нежно подвожу под очередной музыкальный фрагмент, а мы потом продолжим, да? Хорошо. Хорошо? Еще одна увертюра. Самый финал, да? Самый финал увертюра к опере «Сила судьбы». Да. Да? В Гомеле. Это Гомельский. Это оркестр. Гомельский. Мы только что говорили, начали от того, что немного людей ходит. Почему вот
как раз в качестве примера, наверное, да? С другой стороны, я обратил внимание, насколько экспрессивно вы просто вживаетесь, что ли, в музыку. И так аккуратненько там кому-то показывается. Ты, да, это вот общее... Вы очень хорошо понимаете правильность вот этого жеста как раз. Главное, чтобы понимал тот человек, которому он адресован. Ну, дело в том, что они же тоже находятся в творческом процессе. Им тоже надо. Поэтому, может быть, не все это сразу увидят, не все это сразу поймут, но для этого существуют репетиции. Вот, поэтому на репетициях это все. А вы вот часто бываете довольны теми концертами, которые... Ну, именно концертами, выступлениями. Бывают такие вот концерты, когда можно сказать, все, это... Ну, конечно же, таких выступлений еще не было. А, то есть я задаю вопрос, на который... Да, это достаточно такой провокационный вопрос, потому что... Известен ответ, да? Да, нет предела совершенству, и когда исполняется настолько сложная литература, академическую литературу мы всю можем называть сложной, всегда есть какие-то проблемы, есть какие-то шероховатости. Ну, какой-то момент которые, удался, какой-то не удался. Какой-то удался, правильно. То есть мы не можем гарантировать, что себе, выходя на сцену, что все, у нас все получится. Нет, ну в идеале, наверное, ни у кого, но вы же внутри вот это ощущаете после выступления, когда закончился какие-то... концерт, ну вот, ну да, там так, это... Есть моменты удовлетворения, конечно, от проделанной работы, и когда ты понимаешь, что оркестр сделал шаг вперед, вырос на этом произведении. Значит, это произведение было выбрано не зря. Оно нам помогло, оно останется в нашем репертуаре, и в следующий раз, когда мы к нему вернемся, а мы обязательно вернемся, если это действительно сочинение, которое стоит исполнять, на которую придут, которое до этого получило... Скорее стоит исполнять, нежели на которое придут. Ведь тут достаточно сложный момент, тяжелый момент. Часто бывает, что на афише написано «Итальянское капричо» Чайковский. Ну, обычный человек пройдет, посмотрит Чайковский. Ну, о Чайковском немного слышали. Да, немного видели рядом с залом УКЦ сидит Чайковский. Да. Я думаю, что в этот момент он делает, вот, закрывая ухо. Наверное, от количества вот музыки такой, я бы сказал, ну, не будем кривить душой, низкопробной, которая звучит, поэтому ему немножко и неприятно. Но вот как раз-таки, тем не менее, человек не знает. Обычный человек не понимает. Поэтому тут очень важен момент образовательный. Образовательный момент, когда людям рассказывают, людям показывают, что вот, да, это Чайковский, это Мусоргский, это Балакирев. Ведь, ну, конечно, да, все, ну, много кто знает, когда еще был урок музыка в школах, там немножко рассказывали, говорили о том, что существовала могучая кучка в России. Ну, на самом деле, сейчас могучая кучка. Ну, да, если кому-то сказать, человек просто скажет, скопление какое-то, кучка. Вспомнит скорее Аркадия Аверченко, да. Да. Нет, да, он скорее вспомнит. Посмеется над смешным названием, нежели представит себе плеяду талантливых композиторов, которые начинали многие как, ну... Юридический колледж закончил Чайковский. Бородин был химиком. Римский-Корсаков был мореплавателем, он был моряком. Вот, то есть это люди, у которых была тяга, большая тяга к музыке. И что они начинали обучаться музыке многие в 22 года. Представьте себе, когда мы сейчас говорим, что... 15-16 лет, человеку поздно учиться играть на каком-то инструменте. Нет. Если есть желание, никогда не поздно. Никогда не поздно осваивать что-то, постигать. Поэтому люди сначала научились
играть, они научились слушать музыку, и потом они начали сочинять сами. Ну вот как раз к вопросу о том, как композитор начинает сочинять. Сложный вопрос, сложная тема. Мы, да, естественно, об этом... Зачем? Зачем это мне? Это музыка что мне принесет? Кусок хлеба. Сейчас, 21 век, интернет, я лучше компьютеры какие-нибудь, этот. А музыку я, вон стоит синтезатор у Ростислава, я туда, если мне надо, до меня уже написали, я туда забью, она мне будет играть, вот и все. Зачем? Ну, можно и так. Просто дело в том, что это... Я понимаю, что я провокационную такую позицию высказываю, но это, моменты, но это в большинстве... Да, может быть, вот вопрос образования и культуры первичен. Ну, есть же понятие детская музыкальная школа. Есть школа общеобразовательная, есть школа музыкальная, есть школа хореографическая, там, допустим, живопись. Вы считаете, что каждый ребенок должен... Они же есть, они же существуют, их же кто-то изначально придумал. Их там вот 7 школ искусств в городе Гомеле, допустим. И еще есть школы с музыкальным уклоном, есть классы какие-то определенные. То, в принципе, делается для того, чтобы шло образование. Как если мы возьмем древних греков, у них шло образование какое? Музыка. И сейчас это называется физкультура. Вот, потому что человек должен быть гармоничен был всегда. И в творческом плане, допустим, он занимался музыкой, играл там на кефаре, на цитре или еще на чем-то. И был атлетом, был статным, красивым. И в то же время познавал какие-то науки другие, математика, астрономия. Я догадываюсь. Человек должен быть гармоничен. Мурат, я догадываюсь, что именно вот этот образ Греции, гармоничного развития, да, повлиял на вас как формирование. Ну, это есть классика. Я вообще на самом деле всегда увлекался мифами Древней Греции с моих детских лет. Я просто хочу еще одну тему затронуть. Вы сами сказали, физкультура. Но у вас еще... Вы занимались карате. Да, я занимался карате. Причем, по секрету, можно, наверное, телезрителям сказать, что чемпион Европы. Да, это 2001 год, в Румынии случилось. С одной стороны, вот я когда в интернете прочитал это у вас, не укладывается в голове, как это, дирижер симфонического оркестра, чемпион по карате. В массовом представлении дирижер — это вот такие вот патлы, которые там, да, как у Аверченко что-то там, да, причем... Понимают его эти музыканты, которые играют, не понимают, никто не знает. Все слушают музыку, и там что-то происходит на сцене, причем один человек размахивает руками. Извините, но тем не менее, он размахивает руками, в карате тоже машут руками. Ну, ногами дирижер, к сожалению, не машет, а так бы можно было бы вообще перенести. У карате другая немножко такая специфика тоже. Это восточное единоборство где-то там в кино. Как это стыкуется? Вот только сейчас я подумал, что, может быть, это идеал греков. Мне вообще очень повезло с педагогами, будем так говорить. Как в Древней Греции были наставники, были философы, мудрецы, которые собирали вокруг себя людей, которые искали мудрость. Будем говорить так. Они искали знания, поэтому они приходили к маститым, так сказать, знатокам. Многие из них были отшельники, которые сидели и думали, рассуждали над чем-то. Вот. А мне повезло, что я могу сказать, что я учился у лучших педагогов, у замечательных педагогов, как по фортепиано. Это и Наталья Майорова, и Юлия Ширинова, и Лилия Терминасян. Это и по дирижированию Александр Сосновский. И то же самое я могу сказать и про карате. Потому что у меня был лучший тренер Сергей Мирутенко. Вот. И я с большой теплотой вспоминаю эти...
11-12 лет моих занятий карате, потому что очень много дало мне карате. Не мешало? Вы знаете, получилось так, что когда я начал серьезно заниматься фортепиано, когда я уже сам себе сказал, что и я стану музыкантом, мне пришлось, конечно, оставить карате. То есть выбор наступил однажды. Да, он наступил. А вот в процессе вы же параллельно занимались? Да, я занимался, когда в школе музыкальной. Находили точки соприкосновения или это входило в противоречие? Вы знаете, до обеда я музыкант, после обеда я каратист. Ну, была же еще школа. Школа? Какая школа? Неужели еще школа? Образовательная. Неужели вы ходили школа? Еще образовательную? Конечно, конечно. Извините, я. Конечно. На самом деле в 9 классе многие педагоги советовали не идти в музыку, а продолжить дальше изучать историю, языки, чтобы потом можно было... Ну, мне родители филологи. Мой отец доцент лингвистического университета. В Минске, да, он преподает арабский язык, один из лучших педагогов, если не сказать лучше. Вы тоже знаете арабский язык? Ну, я немного, да, знаю, и я горжусь тем, что я считаю моего отца лучшим в области преподавания арабского языка здесь, в Беларуси. И, в принципе, он для меня всегда был примером. К чему нужно стремиться, потому что человек всегда дело доделывает до конца. Если он взялся за что-то, он это делает. Точно так же, как это делал всегда мой тренер, сенсей Сергей Мирутенко. Потому что именно под его зорким оком была и дисциплина, и уважение, что немаловажно в карате, это основы основ. То есть очень много положительных качеств, которые... Да, и наверное, и тем более карате – это скорее искусство самообороны, чем искусство нападения. Вот это очень благородный вид спорта, который, я считаю, что мне очень помог. И жаль, конечно, что недостаточно времени, конечно, сейчас, но то бы я с удовольствием дальше продолжил заниматься. Ну да, Минск, Гомель, Брест, курсировать несколько оркестров. Но, тем не менее, вернемся к... дирижированию, вернемся к оркестру, вернемся к гомельской публике и вернемся к тем проектам, которые вы, как сказать, пропагандируете, что ли, или здесь в Гомеле зародили. Это я подвожу к еще одному музыкальному фрагменту, мы посмотрим, потом об этом поговорим. Хорошо? Хорошо.
вот, наверное, самое ключевое, ключевые слова, которые мы выбрали. Ну, это один из мировые саундтреки в исполнении симфонического оркестра. Это один из проектов, которые здесь, в Гомеле, неоднократно уже, по-моему, проходили эти концерты, да? А вы знаете, это программа, которая имела ошеломительные, будем говорить именно так, успех, и мы 3 раза. Mm-hmm. То есть 1 раз это, ну, было премьерное исполнение, и 2 раза мы еще повторяли, на, грубо говоря, на бис эту программу, и у нас были полные залы, что очень радует. Это один из проектов, которые в Гомеле по вашей инициативе. Я все хочу подвести к другому проекту. 2-й год проходит у нас в Форум классической музыки. Форум классической музыки, на который вы приглашаете исполнителей. И здесь, в Гомеле, ну, в общем, есть возможность и у оркестра поиграть с другими исполнителями, да? Да. 2-й год это проходит. Да, очень удачно, я считаю, в прошлом году было положено начало этого проекта. Юбилей Людвига ван Бетховена, 245 лет со дня рождения. Гомель отмечал юбилей Бетховена форумом, да, классической музыки, потому что, конечно, основная ставка была сделана на музыку Бетховена. Были исполнены и его фортепианные концерты, и фортепианные сонаты. Целый вечер играли лучшие пианисты нашей страны и приглашенные, потому что Евгений Спиридонов к нам приехал из Швейцарии, Андрей Иванов из России, из Москвы, для того, чтобы поучаствовать в данном мероприятии. У нас звучала и симфоническая музыка, мы закрывали форум 5-й симфонии, самой известной. И хореографический коллектив принял участие, детская школа хореографическая Петра Ивановича Свердлова коллектив был. Поэтому, то есть, событие произошло достаточно крупное, масштабное, и, естественно, мы хотим, чтобы оно у нас проходило каждый год. Развивалось и продолжалось. Да, каждый год. Тем более у нас год культуры Республики Беларусь, поэтому тематика форума этого года направлена на объединение культур. Мурат, с вами безумно интересно разговаривать. Спасибо. Но, к сожалению, время. Мы вот про форум так затравочку такую оставили. Приходится прощаться. Да, я думаю, мы еще поговорим как-нибудь. Обязательно. Вы не против, если... Я с большим У нас еще остался необсужденный про Верди мы не поговорили, про Бетховена, про Моцарта. Кто там еще у нас? Мусоргский. Давайте, ну, давайте по пальцам, да? Во всяком случае, спасибо, что пришли к нам. Будем завершать. Не знаю, насколько эта беседа была интересна. Конечно, вам. Мне было очень интересно. Вам. Но, во всяком случае, я думаю, что наши телезрители, увидев на афишах выступления, сообщения, выступления симфонического оркестра, придут. Хотя бы вот по этим отрывкам можно понять, что, в общем-то, конечно, это приятное... симфонический оркестр будет очень ждать на своих выступлениях, потому что каждому музыканту, сидящему в оркестре, очень приятно видеть полные залы. Благо, что случаи как раз скоро предоставятся. Будем прощаться. Уважаемые телезрители, напомню, что этим вечером мы разговаривали с главным дирижером Гомельского симфонического оркестра Мурадом Асуилом. Меня зовут Сергей Краснобород. Большое спасибо, Мурат, за участие в программе. Спасибо вам. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. Спасибо компании SoundProBuy за помощь в подготовке программы. Всего доброго. Увидимся на Беларусь 4.